Вот она цель лягушатников и поедателей устриц. Озеро Буссе, если быть точным, лагуна озера Буссе. Одна из достопримечательностей, куда стремятся туристы, которые приезжают на Сахалин. Санек, не получилось тебя взять. Пришлось 3 места всего в машине. Ну, Колю я не могу с собой не взять. Но корейца можно было еще высадить, как бы. А так, сам посмотри. Место вот оно, видишь, всего 3. Так вот приходится ездить. Сейчас надуем лодочку и в путь. Кто-то уже вон там на банке уже, в принципе, но она еще не открылась. Так что, в принципе, мы вовремя. Вон там туристы стартуют. Без чего не обойдется это приключение и путешествие. Где устрицы? Все спрашивают, где устрицы? Они на устричной банке. Без лодки там делать нечего. Только на лодке приплыть. Она достаточно глубокая. Благодаря Виталиным прокуренным легким и его самоотверженности лодка готова. За 5 минут ее накачал. Тут, я не знаю, какой объем у него легких. Что это ему удается, как это. Но это он делает. Сейчас уже можно почти выдвигаться, надо ждать остальных участников экспедиции. Все, дошли до протоки. Там люди спизулу копают. А вот это расстояние нам нужно преодолеть. Дальше все уже глубина. Протока достаточно глубокая. Ну да, я с этой стороны. С этой? Нет. На носу сяду. И все. Все, поплыли! Давай, давай, Коля, работай. Что такое? Я не могу так. Мы на устричной банке, то есть еще пока не дошли до нее. Там вот второй остров, он тоже надо переплывать протоку, а нам вон туда, где вот белая. Пятно виднеется, там две банки устричные. Это все устрички мертвые уже. С каждым годом количество устриц все меньше и меньше становится. А устрицу надо искать в воде. Вот так вот берешь устричку, смотришь, перебираешь, живая, не живая. С каждым годом количество устриц все время уменьшается, количество туристов увеличивается. Сахар Нерон там бьет тревогу. Сейчас походим, посмотрим, пособираем. Вот они, устрицы, прям над ногами. Но это все, получается, уже они пустые. То есть это пустые устрицы. Живые устрицы, они в воде. Так, вот такие вот перчатки обязательно. Устрицы, потому что они острые. Можно порезать пальцы. Ну и все. Вот так вот ходишь, перебираешь. Маленькие устрички еще не выросли. Не знаю, сколько они там вообще растут. Так вот ходишь, поднимаешь, смотришь. Что-нибудь еще можно тут найти. Вот эта такая чистая. Прозрачная. Много, соответственно, пустых устриц. Очень много пустых устриц. Вот ежики мелкие. Какой-то капец. Я нашел две устрицы маленькие, то все, пора бить тревогу.
это какой-то экологический кризис. Может быть, не тревогу бить пора, а туроператоров, которые без конца сюда возят туристов и выбивают устричную банку. Ну это вообще, раньше их можно будут ведрами собирать, а сейчас хотя бы штук 5 найти уже хорошо было бы. Да. Охотимся. Конечно, их не будет, когда здесь столько народу. Просто. Кто в чем? То в аквалангах, то с санями, то на тракторе. Вообще, устриц просто нету от слова совсем. Я лучше в Красакове бы их насобирал где-нибудь. В костюме, короче, с ластами найти устриц. Потому что здесь их уже просто нету. Сейчас здесь развернется свой ресторан. Главный по устрицам. Инструктор устричных дел. Ресторан для туристов отправился вдаль. И тут устрицы. С такой конкуренцией вообще хотя бы одну-две найти. Там еще целая партия туристов. Возвращаемся мы обратно. Ну тут что-то, короче, какое-то. Тут какое-то прям безумие туристическое творится. Пора, я не знаю, ограничивать. Как-то это дело. Типа закрывать его на какое-то время, чтобы остановилась флора и фауна. Ну потому что тут вообще туристов просто масса. Как тут вообще что-то будет? Я там штучек 5, наверное, устриц нашел. 6. И все. Тут рыбачек. А так. Сейчас пойдем приготовим. Ну, очень мало. Раньше, не знаю, выйдешь просто там за 5 минут, насобираешь ее, шуруешь домой. А сейчас просто нету ничего от слова совсем. Че, Виталий отказался сырые устрицы есть. Говорит, запекай им мне по особенному рецепту. Ну, пришлось вот запекать их. Фотокорреспондент, вот самое главное. Яна Владимировна инспектирует, так сказать, и приготовление. Надо передавать, она как-то. Да, вот она может сразу и привет передать. В комментарии даже не надо писать, да? Че, ты будешь а или что привет передавать? Я никому не передавал. Не хочет она. Слава богу, не хочет она. Или что передавать привет? Ладно. Ну что, приготовление, процесс достаточно такой, замороченный, если что. Вы не думайте. То есть их надо сначала подождать, пока они раскроются, потом раскрыть, а потом, соответственно, закидать туда все, что нам нужно. Это сырок и маслица. И подождать. Мы, кстати, про трубачек. Насобирали трубачек. Но он такой полумелкий, но все равно крупнее, чем у нас в Красакове. Отварили его, почистили. Сейчас надо от кишок его освободить его. Вот он, в принципе, от кишок. Сейчас лучочек жареный. Сейчас все туда бросаем, перемешиваем. И будет вкусно. Все, сейчас кулинарное шоу начинается. Сейчас немножечко обжарим. С этими туристами ненормального концовки, ненормального видео не записал. Сейчас обжарим все это дело. С чесночком. Перчиком народный, и все. Народный блогер. Да. И пойдет дело. Как зашкварчало. Вообще аппетитно. Все, специально обученный человек доделывает свои дела. Пришлось вот нанять японского шеф-повара, чтобы он приготовил нам правильно трубачек под соусом фламбе.
Ладно, все, на этом видео заканчивается. Всем спасибо, всем пока. Постоянным зрителям привет. Новым подписчикам тоже. Ага.